что сейчас происходит здесь? Да, я генеральный директор этого места, клуба на Полянке. Концертный зал, ночной клуб, творческая мастерская, как угодно это назовите. Вот, так сказать, расположен на Малой Якиманке 4. Воплощение после долгих двухлетнего перерыва нашей мечты, наших надежд. Некая мультиформатная площадка, которая трансформируется под любого рода вида мероприятия. Поэтому сегодня здесь собирали гостей, приглашали гостей, сразу все встречают именно тех гостей, которые занимаются разноплановым творчеством. Певцы и художники, и режиссеры, и актеры, вот, и, естественно, организаторы всевозможных различных мероприятий высокого уровня. Площадку, которая, двери которой открыты для всех. То есть это что-то вроде арт-площадки, да? Да, вы знаете, это будет арт-площадка, это именно такой концертно-развлекательный небольшой центр небольшого формата, который будет трансформироваться под любого рода мероприятия. Да, арт-площадка. Но слово арт для меня больше говорит как о художниках всегда, поэтому, наверное, уместнее здесь будет говорить о том, что это концертно-развлекательная площадка мультиформатная. Вот так. То есть включающая в себя разные виды творчества. От живых концертов до каких-то дискотек, до показов мод, спектаклей, перформансов. Поклонницы тяжелого рока, тяжелого металла, гранкора, роллинга. Всегда открывая клуб, у меня была своя мечта, значит, всегда было два зала, что в этом зале будет музыкально-творческая гостиная, в которой будут собираться всевозможные интересные люди, режиссеры, киноактеры, сценаристы. Причем, когда у нас была концертная площадка, был на общежитии ГИТИСа, в ГИКа рядом. И поскольку мы все выпускники каких-то творческих вузов, в наше время просто негде было собраться, что-то обсудить. Мы все горели энергией, энергии вообще блуждали, все идеями там горели. А вот где-то собраться и посидеть, что-то обсудить, да, и мозговой штурм, не было места в советское время. Вот. Поэтому мы, в принципе, всегда была мечта, вот в этом зале будет музыкальная, творческая гостиная. И не получалось. Всегда какие-то больше экономические какие-то вопросы отнимали эту площадку. И вдруг, вот после ковида, после локдауна, такого серьезного, вдруг энергии дарит вот эту вот площадку. 17 век, гостиный двор здесь располагался, которая, если вот вы видите, доходили, она сама по себе уже является творческой мастерской. Именно музыкально-театральной гостиной, где могут собираться люди различных творческих направлений, что-то обсуждать. И мне вот всегда хотелось, чтобы люди говорили, куда поедем? Поедем на Полянку, поедем там, посидим, пообсуждаем, потому что там есть кто-то, с кем это можно обсудить, с кем можно встретиться, с кем можно там поспорить. Здесь энергии, вот именно энергии, которые здесь витают, они безумно хороши. И вот я как творческий человек, я их чувствую, и вот кто мои друзья приезжали, и музыканты, и промоутеры, как это сейчас модно называть, да, и все говорят, вот здесь есть дух, вот в этих стенах есть дух.
Ну, я надеюсь, что у нас все получится. А какая у вас мечта? Вот, что бы вы хотели видеть в будущем? Чтобы она жила, становилась культовым местом. Культовым местом. Да, чтобы становилась культовым местом. Вот я вам говорю, что даже поколение студенчества и в ГИТ, и ГИТС, и различных творчеств, да, которые, в принципе, не обладают там какими-то большими суммами денег, чтобы ходить какие-то попутки, могли прийти, да, сесть, что-то обсуждать, какой-то свой проект. Потому что у меня очень большой друг, Берланин, да, Юрий, значит, в свое время просто-напросто все закрыл в Москве, продал все и уехал в Тверскую область, купил в деревне Крестозеблю и построил там театр, деревянный театр. А поскольку он является преподавателем ГИТИСа, студенчество, мастерство актеров, причем люди к нему, студенты, приезжали в полях, вот там в полях ставили палатки, и это был такой город творческих людей, да, театралов, актеров, которые там ставили перформансы, воплощали себе безумные идеи. И вот он мне, может, даже какой-то толчок дал вот к этому, потому что человек, вот он, вот как вы сейчас сказали, да, вот взял и построил деревянный театр. Вот здесь деревенский театр, вроде деревянный, деревенский театр. Вот. А мы в центре города хотим создать вот эту вот гостиную для всех. То есть если человек творческий, да, у него куча идей, но ему хочется повстречать кого-то, да, кто-нибудь собирается встретит, тот, да, люд, который что-то делает, творит. И хочется, чтобы это была такая квартирная обстановка, без пафоса. Мы собирались в советское время на кухне, обсуждали, что-то уже другого места не было. Вот. И хочется, чтобы здесь присутствовала атмосфера домашней квартиры, то есть как дома. И хочется все-таки, чтобы все рождалось, жило и жил годами. И чтобы, допустим, ты помнишь, говорил бы там отец своей внучке, а мы здесь собирались, вот здесь, на полянке, здесь, когда я заканчивал там институт, там или что-то. То есть, вот люди, мы смотрим, да, это же старая Москва. Мы смотрим старые фильмы, да, мы видим старый Арбат, да. И вот у всех ностальгия, особенно вот у моего поколения, мы все смотрим, что-то вспоминаем. Мы с удовольствием смотрим фильмы 70-х, 80-х, потому что оттуда что-то хорошее. И вот хочется, чтобы вот это место жило, да, и чтобы через 10 лет, там, 15-20 лет, оно вызывало вот эти положительные эмоции. Я вот здесь была, вот здесь у меня там случилась великая любовь, там, или у меня здесь родился какой-то безумный проект. Писательница писала Гарри Поттера, да, она сидела в кафе в Англии, в Лондоне, да, и ей вот пришла идея, да. Ну, что-то навеяло, и вот, да, ну, то есть люди различных жанров направления. И не было бы какого-то вот этого порога, что каждый мог бы так подойти, да, сесть и говорить, и не было бы прелюдии представления, скажем так, да. И мы будем это делать. И мы будем это делать, и мои партнеры, потому что как без них бы это место не состоялось. Меня зовут Алла Батова, генеральный директор Гумана Полянки.